Кормушка 1,6 под стеклом. Габаритные размеры. Длина 25,5 сантиметров, длина с ушками 28 сантиметров, ширина 23,5 сантиметра. Кормушка состоит из двух стекол, то есть стекло, которое закрывает кормушку, и стекло-перегородка. Перегородка неплотно прилегает к дну, за счет этого сироп попадает в секцию для кормления пчелы. Пчела заходит в кормушку через вот эти нижние, через эти боковые отверстия. Дальше перелазит в секцию для кормления и получает корм. Очень удобно заливать сироп, то есть либо вы снимаете крышку, либо через это отверстие с помощью лейки заливаете сироп. Кормушка ставится на рамки, идеально подходит.